по окончании заключительного поединка субботней программы подводим итоги. Гранд Форвард победил 19-й район 2-0. У нас в студии Дмитрий Матвеев, пресс-атташе команды Гранд Форвард, и Егор Стерляткин, игрок команды 19-й район Промофабрика. Егор, первый вопрос к тебе. Смотрел ты игру сегодня как зритель. Как считаешь, закономерный результат? Как тебе игра? Ну, нет, я считаю, что, в принципе, мы могли выиграть. По первому тайму играли-то хорошо, много моментов создавали. Но во втором судья решил вначале помочь сразу команде соперников, и за что мы сразу получили. В меньшинстве получили, полетели вперед, получили второй. В принципе, я считаю, что как минимум одно очко-то мы заслужили сегодня. Дмитрий, тот же самый вопрос к вам. Как считаете, результат по делу? Ну, я считаю, что был достаточно спорный момент, да, с этим пенальти. Здесь было все на усмотрение судьи. Ну, иногда бывает, да, вот игрок не хочет играть рукой своей штрафной, но у него получается, что он сыграл, да, и назначают пенальти. Здесь был очень похожий момент. К нам подбежал игрок команды соперника, да, к нашей скамейке запасных, и говорил, что он не хотел играть, в принципе, во вратаря. Но так получилось, по борьбе судья его, соответственно, на 10 минут удалил, да. Ну и сразу после этого мы забили первый гол. Ну и, соответственно, под конец еще и второй додавили. Так получилось. Егор, ну как считаешь, вот Роман Пантрягин, да, понятно, у него всегда он каждый матч действует с предельной, с бешеной самоотдачей, но вот у человека есть желтое, есть смысл, как считаешь, вот так было идти в Кривышево, и имея желтую, ну, он понимал, что, возможно, да, это будет вторая желтая, удаление, игра в меньшинстве, 10 минут, и против такого соперника, против Гранд Форварда, еще следующий матч Роман пропустит. Как считаешь, мог ли он как-то сдержаться и, ну... Да нет, я считаю, то, что бежал-то он правильно, потому что все-таки надеялся успеть, просто по инерции он... Не успел тормозить, перепрыгивал, а вратарь показал, как будто он на него наступил, прям в него влетел. Там видно было то, что он его перепрыгивал. А РФ посчитал по-другому и решил как бы сразу помочь команде. Ну, 10 минут тоже надо использовать, да? Ну, давай скажем, все-таки, да, очень быстро Гранд Форвард забил. И, пожалуй, один из самых опытных игроков, да, Егор Квач, в своем фирменном стиле открыл счет матча. Потом уже, наверное, было, понятно, тяжело отыгрываться, нужно было как-то... раскрываться, да, и потеряли вы Пантрягина. Все-таки он сегодня был активен, хотя Кирилл Осиновский сегодня первый матч также проводил, да, в рамках этой Суперлиги, но вот с уходом Пантрягина, да, точнее, с его удалением, пропала такая вся острота впереди. Все-таки Роман очень многое значит для команды, как считаешь? Так, да, конечно, Роман — это, в принципе, наша скорость и рабочая бровка. После его удаления у нас пропал человек, кто может сыграть на данной позиции. Для нас это была сейчас веская потеря. Дмитрий, к вам вопрос. Вот прошлый матч вы играли двумя семерками, была хорошая явка. Сегодня, в принципе, тоже все в порядке было со скамейкой запасных. 5 замен. Как вот, в принципе, отошли от этой идеи, да, что выступать семерками? Или сегодня вот так получилось, что некоторые ребята не доехали, да, хотя, наверное, могли помочь. И будете дальше практиковать вот это играть семерками, или уже, наверное, так будете точно как-то меняться там четверками, тройками? Ну, вообще, хотелось бы, конечно, играть семерками, двумя составами, да. Сегодня просто два человека не доехали, там, один на работе застрял, один еще где-то. Так, в принципе, было бы две семерки. Что касается соперника, мы больше всего у них опасались, соответственно, Романа Пантрягина, да, упомянутого, и Дениса Манида. Нам сразу даже Арсен Амиян сказал, что Денис очень в порядке. Действительно, в первые минуты он несколько моментов создал. Такой столб, да, вроде у него такая комплекция, он такой здоровый, и все равно достаточно опасный игрок. Цеплялся. Ну вот, и в принципе команда очень хорошая, наших соперников, и сегодня мы, конечно, выиграли из-за этого удаления, я соглашусь. Но вот ожидали такого сопротивления от 19-го района Промофабрика? Все-таки команда в этом году вернулась в Суперлигу, да, до этого она вылетала, но вот надолго не задерживалась, понятно, 3 сезона до этого играла, но вот в позапрошлом сезоне вы вылетели, да, в этом году вроде тоже команда «Звезд неба» не хватает, вот сейчас вернулся Осиновский, да, но, наверное, вашу команду постоянного участника общероссийских турниров, команда, которая постоянно претендует и оказывается в призовой тройке, наверное, где-то была у вас такая сегодня, возможно, недооценка противника, что вы играете малой кровью, так сказать. Я бы не сказал, мы на любую команду настраиваемся очень серьезно, потому что в Суперлиге Оли не играют, команды, да, неизвестно какие, грубо говоря, слабенькие. Здесь любой соперник достойный.
То есть на любого надо настраиваться. И любая недооценка соперника, она грозит проблемами. В прошлом году, например, мы недооценили в одном из матчей... По-моему, Гарант или Ангиор, и им проиграли в первом круге, просто потому что вышли за шапкозакидательским настроением. Здесь играют очень серьезные ребята, то есть и недооценивать не стоит какие-то команды. На любого надо настраиваться серьезно. По последнему вопросу, господа, вам задам. Не буду вас долго задерживать. Егор, вопрос к тебе. Когда вернешься в строй, как вообще травма твоя? Увидим ли мы тебя, не знаю, в первом круге? Ну, скорее всего, к концу сентября уже должно подойти. Сейчас опухоль держится до сих пор. Но надеюсь, как минимум, через выходные начать просто хотя бы бегать и наступать на ногу. Дмитрий, вопрос к вам. Представляли вы в группе Grand Forward, да, мы активно тоже все просматриваем, информацию. Вот новичков команды, да, сегодня дебютировал Андрей Павлов. Соответственно, первый вопрос, как вам его дебют, как оцените его выступление, и когда мы увидим, наконец-то, второго разрекламированного футболиста Максима Клюкова? Ну, Андрей сегодня, считаю, дебютировал на своем уровне хорошо, да. Он молодой игрок, заметно, что он очень нервничает, держится даже немножко в сторонке, то есть, возможно, есть у него какой-то пиетет перед некоторыми футболистами, еще не уверен немножко в себе, да. Ну, я думаю, потихонечку втянется. А Максим Клюков, он сегодня работает, поэтому не смог приехать, да. Надеемся, что на следующий матч он подтянется. Как, кстати, Александр Попов, который тоже все не может доехать, да. Ну, Александр ФСК «Зенит», сотрудник работы тут. Да, 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 он там у них отвечает за видеоролики, я знаю, мы даже с ним как-то собираемся немножко сотрудничать вдвоем, да, чтобы я уже и достаточно, можно сказать, профессиональные ролики лепил для гранд-форвардов в том числе. Ну вот, понимаем, что он работает, но тоже бы хотелось, чтобы он почаще приезжал. Будем ждать Александра. Спасибо вам, ребята. Еще третьего игрока, насколько известно, мы дозаявили. Это Александр Настевич, да? Он дебютировал уже в прошлом матче. В прошлом матче тоже сегодня не приехал. Но, думаем, приедет в следующий раз. Я тоже про него в группе напишу подробно, что за игрок, где играл и так далее и тому подобное. Все, ребят, еще раз спасибо вам за интервью. Поздравляем Grand Forward с победой. Вторая победа к ряду. 19-й район. Говорим спасибо за игру. И не отчаиваться, сделайте правильные выводы и еще много игр. На этом все. Всем спасибо.